Здравствуйте, с вами магазин Космохит, и мы представляем обзор маникюрного набора Zinger MSFE 601. Набор упаковывается в фирменную черную коробку. Внутри есть мини-каталог продукции Zinger, а также подарочный пинцет в индивидуальной колбе. Пинцет широкий, скошенный. Набор имеет компактный размер и овальную форму. Чехол выполнен из натуральной кожи. Цвет чехла может меняться в зависимости от поставки. В данный момент это красный чехол с тиснением под рептилию. Открывается нажатием одной кнопки. Внутри мы видим салфетку для протирания инструментов, а также 9 инструментов, которые заточены мастером на заводе вручную. То есть набор полностью готов к использованию. Давайте рассмотрим комплектацию. Это ножнички для кутикулы, кусачки для кутикулы, скошенный пинцет, палочка для очистки ногтя, 3 двухсторонних шайбера, металлическая пилочка и триммер для кутикулы. Рассмотрим немножко поближе некоторые из предметов. Ножнички для кутикулы имеют удлиненную зауженную форму, слегка закруглены. Кусачки для кутикулы с маленькой режущей поверхностью, выступающей вперед. Скошенный пинцет прекрасно захватывает и удерживает волоски. Металлическая пилочка с алмазной крошкой средней длины. Триммер для кутикулы. Спасибо, что посмотрели наш обзор. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!